О масштабном плане внедрения блокчейна в различные сферы объявил консорциум Hyperledger. Об этом сообщил исполнительный директор консорциума Брайан Беллендорф. Он уверен, что 2018 год станет триумфальным годом блокчейна, поскольку и бизнес, и правительство признают потенциал распределенных реестров и смарт-контрактов. Одним из проектов является Change Healthcare, который позволит здравоохранительным системам эффективно обрабатывать заявки и платежи. В число проектов входят также обучение персонала в сфере блокчейна, совместимость различных блокчейнов, цифровая идентификация, перевод бизнес-процессов на блокчейн и прочее. Консорциум Hyperledger основан фондом Linux в 2015 году для поддержки совместной разработки распределенных реестров на основе блокчейн.